такой бревно ты мне так привязал вперед. Ой, подочки, ой, ребята. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Волге, а именно в Казанский мужской монастырь. Покажем все красоты этого монастыря и его окрестности, заглянем даже и вовнутрь. Будем останавливаться на необитаемых островах, откуда ушла жизнь в советское время. Ехал я на поиски старины и побродить с металлоискателем, но, увы, ударился лбом в один столб, и он у вас на экране. Не разбирая прибор, удалился, ведь мы закон не нарушаем, что и вам советую. Ну и какой поход без обеда, без свежевыловленной рыбы? Уха, жаркое, пальчики оближешь. Ну и без красивого заката не обошлось. Приятного вам просмотра и заряда положительных эмоций. Итак, ребят, всем привет! Сегодня очередной раз выезжаем на рыбалку с Сергеем, капитаном, на его кораблике Че Гевара. Проедем по красивым местам, порыбачим, покупаемся, возможно, и что-то покопаем на старых деревнях. Только что тронулись, следующая остановка будет через 40 минут. Ну и в процессе до остановки я вам что-нибудь интересное покажу, какие у нас красивые просторы. Так что смотрим, будет довольно-таки интересно. Железнодорожный мост. Речной порт. Справа сама Самара. Красота. Лепота. Порыбачим сегодня от души. И улов обязательно покажем. С нами пес. Привет. 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 Наш капитан Сергей. Всем привет. Его супруга. И ребятишки. Надеюсь, сегодня будет удачное видео. Повеселимся, отдохнем. Всем рекомендую такой отдых. Итак, ребят, прилунились мы на диком пляже. И сейчас немножко окрестности вам покажем. В общем, ребятишки и женщины на пляже поотдыхают. А мы с Серегой сходим в одну старую, заброшенную в советское время. Какой-то лагерь или что-то в этом роде. Так что посмотрим. Вот смотри, вот как я тебе сказал. Вот это был мост такой. Его здесь замыл, вот видишь мост? Ага. Он был практически для этих пеньков. И здесь был причал, турбаза, огромнейшая турбаза. Она здесь, она была сколько, ну, километра два, да? Огромная, увидишь там. И вот здесь, наверное, с металлоискателем можно ходить. То есть,
По идее, весь верхний песок смыл по корягам. Видишь, по пенькам видно. Ага. Значит, находки должны быть наверху. Здесь лестница замыта. И это не лестница, вернее, а это вот перил. Мост. Вот он, это я все отпилил, он был до тут. И он идет до того дерева практически. Ясно, ну ладно, сейчас зарядим. Посмотрим. Давай, какие. Попробуй вот здесь пройдись. Ага. А я сейчас быстро за лопатой схожу, у меня тут 5-10. Ага. Сынок, или ты за лопатой сбегаешь, где мы с Максом? А там есть? Постройки какие-нибудь есть? Да. Пойдем тогда, сходим, посмотрим. Мы посмотрим сейчас, это, если вода не ушла, а по не ушла вода. Тогда, если вода здесь не ушла, мы обойдем. Ну, вот здесь вот, да, если вода. Сейчас, подожди, я посмотрю, не спускайся. Че, нормально, сэр? Подожди, я. Если я пройду, тогда я тебя позову. Нет. Там дальше может вода быть. Потом замёрз. Красотища. Идем, да? Все. Серега говорит, дал добро. По кустам придется пройтись. Так что немного терпения, ребята. Немного терпения. И я вам покажу, что в советское время здесь было забыто. И теперь об этом месте знают единичные люди. А в частности, Сергей. Говорит, что отсюда очень много вывез в свое время металлолома. Не знаю, сейчас посмотрим. Что посмотрим по случаю. Развалины я люблю снимать, это же эпоха. Арочный швеллер. Видишь, арочный швеллер. Пожарных гидрантов. А это что за ящики такие? Это столовая была. Центральная. А помимо всего здесь еще, наверное, есть, да, здание? Здесь еще одна столовка есть. Легкий металл. Это внутреннее помещение. Холодильники были. А сам зал находился вот там. А какой период вообще это было? Советский. А где еще что интересное здесь можно? Здание какие-нибудь. Здание еще одна столовая. А боксы, где жили, там вот это все. Нету? Идем покажу, где жили. Идем, мы тут, правда, собрали все. Остались только фундаменты, где жили. Ага. А что так, кирпич, что ли, растаскивали даже, что ли? Или здесь деревянные были? Они были. Панельный, скорее всего, деревянно-панельный. А заезд сюда был, наверное, где-то с трассы или что? Или остров. Остров? Да, с воды. То есть заезд только с воды был, да? Ну, вот, в принципе, они, ты знаешь, покажу, вот остатки. Ну, здесь, да, вон. Сейчас идти. Пойдем к нему. Вот были сделаны из уголков дерева и стекла. Вот по всему берегу вот такие вот сваи. И домики были деревянные. И это осталось. Все, что осталось. Ну, металл. Вот это деталь от домика. То, что мы. То есть тащили или не дотащили? Ну просто много. Пойдем вот здесь немножко еще это самое. Идти, развалины снимешь и вернемся в кожу. Угу. Вот дом тоже разрушен. Да. Ну здесь же было где-то и электричество, верно? Да. Здесь, наверное, кабеля. Ну да, в советское время кабеля были в основном алюминиевые. Это сейчас по ГОСТу
только медь. Итак, ребята, остановились мы. Девчонки с ребятишками рыбачат. Мой Глеб чемпион, больше всех поймал. Мы с Серегой походили вдоль пляжика. Всего несколько, поднял несколько советиков. Это раз советик и два советика. То есть копеечка и трешка. Трешку я разглядел, 82-й год. Вот, и копейка не узнать. Ну и ходячка. Ходячка. Походили, проверили пляжик. Ничего интересного нет. Так что сейчас продолжим свой путь на Че Геваре. Между прочим, вчера был день рождения Че Гевары. Все. Сматываем удочки и держим путь в одно очень красивейшее место. Я вам, конечно же, покажу. Итак, ребят, приближаемся мы к одному красивому месту, ради которого мы уже 3 часа плывем. В общем, с правой стороны у нас Жигулевские горы, и скоро будет божественная красота. Будет огромный большой храм. Мы к нему уже подъезжаем, и вам сейчас продемонстрирую, насколько он большой и насколько он красивый. Своих детей, жен. Людмила поснимает, а мы пойдем покопаем. Это старая деревня. Флаг Че Гевары. Oh,
Итак, ребят, забрался я уже вот на такую гору. Отдышаться никак не могу. Пока забрался на уровень колокольни. Кораблик у нас там вот внизу. Девчонки пошли по экскурсии по храму. Вот, а я решил посмотреть на наличие находок здесь. Я еще до конца наверх не забрался, но буду выше подниматься. Ха, в лучшем случае надо было вообще вот на те вот холмы. Не на эти, а вот на те. Потому что там протекает речка. И вдоль речки, в этих лесах, возможно, могут быть находки древние. Это могут быть и наконечники стрел, топоры, мечи. Потому что деревня довольно-таки старая, очень старая. Хоть и дома здесь стоят более-менее так новые. Но далековато пешком пиликать вон в ту сторону. И я решил просто забраться на этот холм и посмотреть здесь. Если здесь что-то есть, то на этом холме однозначно что-то должно быть. Ну ладно, продолжаем путь выше. Это у нас река Матушка Волга. Будут еще красивые кадры, когда подымусь на саму гору. Ладно, пожелайте удачи. Серега остался внизу, там походить по пляжу. Итак, ребят, поднялся я на самый верх. Красота! Просто, знаете, как в сказке говорится. Пером не описать. Вид отсюда обалденный, вообще шикарный вид. Здесь по моим, как вам сказать, предположениям, я в принципе немножко опыта уже имею, знаю, что примерно вот на той стороне холма тоже была деревня, это однозначно, потому что храм стоит и края, обрывы. И с левой стороны, на которую я пришел. Знаете, пришел я сюда, налюбовался красотой и наткнулся на одну памятку, на столбик. Вот он, этот столбик стоит. Прибор придется так и не вскрывать. Знаете почему? Сейчас вам поясню. Этот столбик имеет надпись «Национальный парк Самарская Лука». Это означает, что, ребята, копать здесь запрещено. Так что со своей я буду отсюда уходить. Не копать, никакие раскопки не вести. В общем, смысла и на свою задницу приключений искать просто не хочу. Возвращаюсь к нашей Че Геваре и посмотрим. Может, сейчас по пляжу похожу или же все-таки найдем какое-нибудь укромное местечко вниз по Волге или вверх, без разницы. Но здесь копать нельзя. Я, когда собирался ехать в эту экспедицию, не знал, куда меня повезут. Но оказывается, это у нас национальный парк Самарская Лука. Офигеть! Я знаю, что Самарская Лука немножко в другой стороне, но оказывается и эти просторы тоже захвачены именно национальным парком. Так что уж извините, обессудьте, находок на этом месте точно не будет. Возвращаемся. Так что извиняйте, не всегда коту масленица. А вид, ребята, вы только посмотрите. Офигеть, красотища. Вообще огонь. Прибор, ребят, мы даже не открывали. Как увидели этот столбик, прочитали надпись. И приходится опять. Только отдышались, поднимаясь на эту гору. И придется снова спускаться. Печально. Печально, ребят, увидеть вот такие вот надписи, такие столбушки. Сразу. Сразу руки в ноги. Не вскрывайте, не показывайте свой прибор, лопату. Уходите, чтобы не было никакого греха, и потом могли быть у вас проблемы, серьезные проблемы. Ладно, дергаем отсюда. Итак, ребята, Сергей
Капитан у нас уснул, спит. Как-никак он в 4 утра проснулся, чтобы нам поймать рыбу на обед и, возможно, на ужин. Девчонки сейчас рыбу распотрошили. И уха. И запекли на углях рыбу. И я с вами хочу этим сюжетом поделиться. Слышите, да? Находимся на необитаемом острове. Вот такой вот остров. Маленький, ни одного дерева нет. И сейчас я вам покажу, что у нас варится, что у нас парится. Так, ну наши дамы, вот здесь вот три больших рыбешки. Запах вы только, камера не передает. Вкуснятина! Я хоть рыбу не люблю, но я с большим удовольствием ее отведаю. Потому что вкус, запах такой волшебный, передать это невозможно. И следующее, что у нас там еще готовится, готовится еще уха. Вот сейчас у нас... Ох, смотрите, какой наваристый. Ух, прям навар. Вкуснотища. Мы филейку сняли, готовим ее на костре. Мясо филей судака. А голову судака мы делаем уху из них. А запах? Да, запах просто волшебный. Вот пока она закипает. Судак. Судак и здесь. И судак там. Кто голодный останется, судак еще внутри, вон там находится. Детей я озадачил. Вон они, чтобы они не мешали, не визжали. Как минимум уже 40 минут они там ковыряются, и нам вообще не достает. Конкурс я им устроил, у кого будет лучше замок. У Сони, вот смотрите, две сиськи. У Сони классный, у Глеба что-то похожее на замок, и у Севы тоже там какашка какая-то крупная, большая. Ну, чуть позже я вам покажу, что у них получилось. У Сони пока большие, классные. Было три сиськи, две было, а сейчас три. Но женщина есть женщина. Сейчас я вам показывал еще игру, как в земельке играть с ножичком. И это уже не телефончики. Им было интересно даже ножичек покидать. Ах, красотища. Красотища. Блин, вот на той стороне у нас вот находится как раз храм большой. И я не успел заснять, вернее даже запечатлеть, как они бьют. Куранты. Куранты, как в Кремле в Москве. Один в один прям. Можно даже если просто глаза закрыть и послушать, будет ощущение, что вы находитесь в Кремле. Ну, надеюсь, я вам еще озвучу. Так что ладно, будем ждать, когда наша рыбка поспеет. И посмотрим на вкус, что наши дамы приготовили. Пес устал, накупался. Представляете, на тот берег мы уплыли. И он туда приплыл, на тот берег. Ладно. Включимся позже. Все у нас, Татьян. Вкусно получается? Вкуснятина. Да? И рюмочку. Ты у нас не пьешь. Так, а Людмила у нас, смотрите, хочу вам показать лайфхак. Доска и прищепка. Хвост цепляешь, и она не елозит. Вот такой вот лайфхак. Думаю, кому-нибудь пригодится. Огромный такой судачок. Ох, огромный. Ебре. Так, а что у нас там происходит на углях? На углях что происходит? Ох, сколько там масла. Вернее, жира. Судак очень жирный. А если вот там у нас это осталось? Нет, хорошо, все, не надо ничего переворачивать. Не надо? Нет. Да. Какой запах, ребята. Она уже начинает готовая. Смотрите там. Ух, чудо.
происходит чудо. Я с вами поделюсь кусочком. Поделюсь. Дай. Дай, собака. Ребят, мы находимся на острове Чаек. И здесь повсюду. Повсюду яйца. Кругом ихние гнезда. Но наши дети прибежали, всех чаек распугали. Интересно то, что здесь очень крутой обрыв, очень крутой. А с той стороны мелко и не страшно детям там купаться. Вот такой классный затончик. Чуть позже, когда будет вечереть, мы отправимся с вами на рыбалку за судаком. Так что, надеюсь, продолжение видео будет, и вы со мной окажетесь на рыбалке. Вот на этом Че Гевара. Сейчас мы находимся вблизи Винновки. Винновского монастыря. Вот у нас вдалеке его видно. Слышно даже бой его курантов с часовни, с колокольни. Каждый час отбивают куранты. Находимся мы вот на таком острове, практически на необитаемом. Остров Чаек, они здесь живут. Сейчас мы их всех согнали своим присутствием, поэтому они недовольно кричат, над нами летают. Здесь мы находимся, загораем и готовим всякие вкусняшки. Здесь в котелке, в ведерке у нас варится уха. Она уже закипает из голов больших судаков. Так, здесь у нас живые судаки еще в бочке для тех, кому не хватит. И щука. А вот здесь на мангале у нас самая вкусняшка. Филе из судака с пряностями, луком. Вся эта вкусняшенка запекается в бульоне луковом. Запах просто неимоверный. Так, а наши детишки там в это время делают нам замки, строят. Пойдем посмотрим, у кого получился какой замечательный замок. Плут отдыхает. Набегался, нагонял чаек, всех разогнал. Хлеб из пакета весь съел. Можно пока отдохнуть, пока не готовы наши вкусняшки. Так, идем смотреть замки. Первый замок у нас построила княгиня Софья. Вот такая вот замечательная конструкция в виде трех сооружений, зданий. И вот такие маленькие рядышком. Что это у тебя рядом? Это у меня кусты, я хочу сделать. А, это будут кусты, это не сооружение. Сейчас так, следующий замок у нас князя Глеба. Вот такое вот поместье, огороженное крепостью, ворота, все это серьезно выходит в открытое море. То есть есть доступ из суши, и с воды. Вот такая башня. Да, на башеньке пытаемся сделать именно балкон, ого, где будет выходить принц, принцесса. И любоваться на свое замечательное как-то поместье. Принцесса поместье. Так, ну что, дальше у нас княжество князя Святослава. Так, что у нас? О, у Святослава все очень такое массивное, большое. С размахом большим, да, чтобы это... Сейчас вот в процессе идет постройка стены крепости. Вот такие замечательные у нас получились замки.
одна благодать и только крик чаек. Итак, ребята, дружная компания налетела на стол. Я кое-как успел. Вспомнил, что я вам обещался показать, что у нас за чудо получилось. Рыбину одну уделали прям махом. Даже ребятишки. Вон, смотрите-ка, с каким удовольствием кушают. Вкусно? Накинулся ты первый и уже наелся. Вот, вот такая вот у нас запеченная рыбка. Вот такая классная вкусняшка. Одну прям махом уделали. Бульончик у нас, вон там он, уха. Пес у нас тоже сытый. Ох, какой сытый. Серега у нас только проснулся, недовольный, потому что он уплыл. Да, представляете? Вот здесь вот, стоял и потом очнулся, что он у нас уплыл. Да, и пришлось его разбудить по телефону. Вот. Так что запах обалденный. Вкус пропекся. Прям вообще классненько. Он там у нас. Да, зажарился. Там у нас внутри лучок. Ах, запах. Чувствуете, ребят? Чувствуете? Ох. А вот смотрите по довольной физиономии Сергея, какая она вкусная. Он даже сказать ничего не может, потому что набил в обе щеки. Вот, так что вот так вот. Глеб у меня рыбу не ест, но привет, сейчас с большим удовольствием сейчас вот полурыбины съел. Так что ладно, ребят. Приятного вам аппетита, так же как и нам. Все, видеосюжет будет продолжаться у нас уже на воде. Сейчас Серега немного отойдет и будем, наверное, рыбачить. Вон там вот храм. Я жду, когда он начнет отбивать часы, но пока не успеваю. Звонит, как Кремль. Да? Вкусно? Как тебе отдых? А мы обратно уже не вернемся? Ладно, продолжаем. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеосюжет. С реки Матушки Волги. Вот закат. К сожалению, у нас сегодня рыбалка не получилась, вечерняя, но утренняя достаточно приятная. Вы на самом деле видели реальный улов, то есть сомик длиной 1,80 м и на 35 килограмм. Это реальный улов, именно подняли с этой лодочки. Вот. А утром подняли немножко рыбки, и которую мы сегодня обведали вместе с вами. Надеюсь, было очень вкусно. Ну и под закат, сейчас приедем, будет очень поздно, темно. И заканчивать сюжет в темноте неинтересно. Вот именно с этого момента я с вами и попрощаюсь. Под закат на Волге достаточно красивый, приятный отдых сегодня был. Побывали в красивых местах, надышались чистым воздухом. Хорошей, в принципе, дружной компании. Вот. И, конечно же, на этом небольшом теплоходе Че Гевара. Если вы заинтересовались именно такими прогулками, рыбалкой, что здесь можно поймать, ссылочки будут под видео. Капитан Сергей Че Гевара. Обращайтесь. Достаточно приятный человек и отзывчивый. Пишите, связывайтесь и договаривайтесь о совместном хобби. Ну, на этом все. Пока.